Теперь помогать работе инспекторов Главного управления содержания территории будет искусственный интеллект. В Подмосковье тестируют систему автоматической фиксации нарушений в содержании территорий. В пилотном проекте участвует и Ленинский городской округ. Умные камеры, установленные на автомобиле ведомства, сами безошибочно распознают нарушения. Очень высокое разрешение, очень быстрая скорость и фиксация нарушений моментально. Примеры есть. В смысле, очень качественная картинка выходит по результату данной проверки. Мусор во дворах и у дорог, грязные опоры освещения, автомобильные знаки, переполненные контейнеры и урны, ямы на асфальтовом покрытии и вандальные надписи на стенах домов и заборах. Умные камеры способны распознать и тут же зафиксировать более 70 видов круглогодичных нарушений, а также порядка 35 так называемых зимних. Система работает в тестовом режиме. Набор дефектов, которые она будет фиксировать, он может быть как увеличится, так и уменьшится. Я уверен, что результат, пилотный проект будет признан успешным. И, естественно, в каждом городском округе данная система будет распространена. В каждой машине 3 камеры, 2 спереди и 1 сзади. В Ленинском городском округе система функционирует уже 2 недели. Сама система в автоматическом режиме модерирует и отправляет на устранение выявленных дефектов непосредственно исполнителя. Это может быть как муниципалитет, в нашем случае Ленинский городской округ, так и управляющая компания или МБУ, Дорсервис, либо благоустройство. На устранение нарушений дается от 1 до 5 дней. Призвать к ответу могут как коммунальные службы, так и юридические лица, в ведении которых находится объект с выявленными дефектами. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.